Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом, каждая семья. Смотрите в выпуске. В медицинском полку прибыло. Врачом-психиатром пополнился штат специалистов областной психиатрической больницы. Мечта нумизмата. В Биробиджане открылась выставка спортивных монет. Выигрыш лишь возможен, развитие гарантировано. Пользу межшкольной игры, разворачивающейся в России, обсудили на Авторадио. На страже психического здоровья жителей ЯО. Новый врач-психиатр пополнил штат сотрудников областной психиатрической больницы. Дмитрий Горбан окончил обучение в ДВГМУ по специальности «Лечебное дело». Завершил ординатуру по целевому договору и сегодня успешно осваивается на работе. Я здесь 1 октября. Приняли меня здесь очень хорошо. Даже, я бы так сказал, лучше, чем я даже ожидал. Вот. Здесь мне все нравится. Здесь отличное руководство. Люди понимают, что я молодой специалист, что меня нужно еще натаскивать. Я еще не совсем ориентируюсь в документации. Документация – это важная вещь. Я буду еще проходить учебу дальше. То есть я буду постоянно развиваться. Молодой специалист получает не только поддержку коллег, но и ряд привилегий, положенных ему от государства. Ольга Тимченко, Александр Скопенко, Новости 21. Монеты славы. В Биробиджане для посетителей открылась нумизматическая выставка памятных монет, посвященных отечественному спорту. На них запечатлены события и люди, которые оставили яркий след в спортивной жизни нашей страны. Организатором экспозиции выступило региональное отделение Центрального банка России. Первые монеты с изображением спортивных событий были выпущены еще в Советском Союзе в честь Московской Олимпиады 80-го года. Сейчас монет, посвященных спортивным достижениям, порядка 200. Они выпускаются в ограниченном количестве. И выставка «Монеты славы» – это уникальная возможность познакомиться с некоторыми из них. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Ледовой арены «Победа». Проработает выставка до конца октября. Никак лучше не придумаешь, как в спортивном объекте разместить данное мероприятие. Это раз. Ну, во-вторых, здесь, конечно, проходимость у нас высокая. Детишки ходят, то есть это все можно увидеть глазами визуально. Еще один нюанс, что здесь проходят мероприятия постоянно, не только дети и взрослые. То есть здесь намного лучше знакомить людей с данным материалом. Экспонаты представляют увеличенные изображения монет, на которых можно детально разглядеть все мельчайшие детали. Разработкой дизайна монет занимаются специальные художники – медальеры. Реализовать замысел им помогает изучение архивных текстов, фотографий и видеозаписей. Андрей Кирюшин, Александр Скопенко, Новости 21. Действуй, пари, создавай. Ты можешь больше. Не жди, гордись. 3, 2, 1. Чини, учись, стремись, не останавливайся и наслаждайся результатом. Биробиджан. Стройка. Просто сделай это. Нехватка сна приводит к серьезным проблемам. Решить их поможет Аскона. Аскона – это товары для отличного сна. Кровати, матрасы, подушки и многое другое. Аскона, Шалом Алейхима, 72, торговый центр «Гигант», 3-й этаж. Валя и Лера всегда ищут выгоду. Так Лера собрала свой выгодный комплект уютной гостиной. А Валя собрал выгодный комплект своего домашнего офиса. Соберите и вы свой выгодный комплект в магазинах «Азбука мебели». В областное государственное бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания ЯО требуется ведущий бухгалтер. Обращаться по телефону 458 90 455 66. Адрес: улица Дзержинского, дом 16. Потолки эталон. Двухкомнатное предложение. Ставишь один натяжной потолок. Второй в подарок. Потолки эталон.
Сезонное обновление в торговом доме «Славянка». Повседневная одежда для женщин. Платья, кардиганы, брюки, туники. На любой вкус и размер. А также одежда для дома, постельное белье. «Славянка», Шалом Алейхима, 37. Ждем вас ежедневно с 10 до 19. Битумные пятна отмоем, мутные фары отполируем. Автомойка «Кристалл», химчистка салона, комплексная мойка кузова в теплом боксе. Заключаем договоры с организациями. Приезжай в автомойку «Кристалл» на Шалом Алейхима, 27Б. Болят суставы, обострился артроз, замучили мигрени. На помощь придет Центр восточной медицины «Гармония». Иглоукалывание, восстановление после инсультов, массажи и инфракрасная сауна. «Гармония» ждет вас на Дзержинского, 20Б. Все для школы, офиса, детского сада или развивающего центра вы найдете в канцелярском магазинчике «Искра». Карандаши и ручки, тетради и ежедневники, краски и кисти, офисная бумага «Снегурочка». Канцелярский магазинчик «Искра». Горького, 16. Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону 730. Аудионика. Круглые сутки совершайте покупки. Сеть продуктовых магазинов «Огонек». Удобно, тепло, доступно. Всегда свежие продукты, хлебобулочные изделия и хозяйственные товары. «Огонек» – ваш уютный магазинчик. Сделай праздник ярче с магазинчиком радости. Гелиевые шары с индивидуальными надписями, бенгальские свечи, товары для праздника. Если нужно, привезем, куда скажете. Магазинчик радости. Улица Шалом Алейхима, 27Б. Куплю дорого кедровый орех, шишка, орех. Обращаться по телефону 8-984-128-67-69. Не получилось отдохнуть на море? Время отдохнуть в релакс-комнате соляной пещеры «Вита Бриз» всей семьей. Один сеанс вместо трех дней на морском воздухе. Приходите всей семьей. «Вита Бриз», Советская, 68А. А вы когда-нибудь пробовали традиционную еврейскую гефильте фиш? Приходите в кафе «Симха». Два уютных зала, шикарное меню еврейской и европейской кухни. Каждую пятницу и субботу живая музыка, вокал и восточные танцы. Кафе «Симха» на Ленина, 19. В медицинском центре «Андромеда» ведет прием взрослых и детей врач-невролог Машняк Татьяна Валерьевна. Телефон 70190. Улица Биршосе, 2 километр, 17Б. По всем населенным пунктам до Ленинского, Облучья, Смедович, любую бытовую технику. Доставим в квартиру и распакуем бесплатно. Дополнительный год гарантии и обслуживание после гарантийного срока. Электросалон «Пионерская», 29. Бутик «Холст» поможет раскрыть вашу индивидуальность и создать неповторимый образ. Уникальные коллекции одежды из натуральных тканей отличного качества от 40 до 54 размера. Бутик «Холст», Комсомольская, 2. Водитель, помни, превышение скорости, несоблюдение правил дорожного движения чреваты трагическими последствиями. Уважай участников дорожного движения, чти правила, береги жизнь, вернись к своим близким. ООО «Безопасные дороги ЯО». Вместе за безопасность дорожного движения. ООО «ПМК «Биробиджан-Водстрой» ведет распродажу отсева и щебня фракции 5,2 мм третий сорт по 360 рублей за кубический метр. Телефон 8-924-740-52-62. Школа имени пришкольника села Волдгейм вступила во второй сезон развивающей игры, которую по всей стране разворачивает Рыбаков фонд. Директор школы Андрей Бялик рассказал, что в ходе игры возникает, развивается и взаимодействует во множестве полезных дел все школьное сообщество. Дети, педагоги, родители, партнеры школы и даже односельчане. И кроме этой пользы, правилами игры предусмотрены еще и денежные награды, индивидуальные в десятки тысяч рублей и коллективный гран-при 1 миллион рублей на всю школу. Игра, так называемая, Рыбаков School Award, да, школьная награда от фонда Рыбаков, да, от Рыбаков фонда. А Рыбаков фонд, основатель его, довольно известный предприниматель, Игорь Рыбаков, входящий там в том числе в список Forbes, фондом руководит его жена Екатерина Рыбакова. Уже несколько лет действует этот фонд, они в различных направлениях, в том числе и в сфере образования, насколько я знаю, они создают даже частные детские сады, там Рыбаков, Play School, работают со школами.
Работа эта заключается в том, чтобы сделать школы России сильнее благодаря открытому сообществу, чтобы школа стала местом силы и эпицентром социальных изменений по претворению в жизнь самых смелых проектов. Все задания игры помогают в решении текущих задач школы, при этом они интересны и не отвлекают от учебы и работы. В этом сезоне игры шансов на победу стало больше, их увеличил в том числе и сам Андрей Яковлевич. В Рыбакофонде активного директора из нашей дальневосточной глубинки заметили особо, и он уже участвует в принятии решений. Сейчас номинаций гораздо больше. Во-первых, это не одна награда, уже по три. Угу. То есть три школы получат по 1 000 000 рублей, плюс там три выпускника, три ученика, три родителя, три учителя и даже по-моему, три администратора в этом году. Кстати, эта идея родилась уже в этом году летом. Я ездил по приглашению Рыбакофонда, они собирали там 25 человек со всей России, таких активных, да, как они сказали, целеустремленных, сумасшедших в хорошем этом смысле, в хорошем смысле этого слова людей. Новый сезон игры только начался, школьники пришкольника выполняют первые задания, создают сообщество в мессенджерах, разрабатывают элементы своего бренда, проводят социсследования. Сложность заданий будет расти, впереди 8 месяцев игры и 9 ее марафонов. Андрей Бялик предложил коллегам из других школ области тоже включаться в это полезное движение. Полная запись эфира на портале reamir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, новости 21. Собственное жилье – это мечта любой семьи, привыкшей ютиться в арендованных квартирах. Очень многие не могут позволить себе столь дорогостоящую покупку, но не сейчас. С 1 октября по 1 ноября у жителей области есть уникальная возможность воспользоваться дальневосточной ипотекой с более низкой ставкой. Льготный кредит могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, и граждане не старше этого возраста, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 19 лет. Я давно мечтала о собственном жилье, и когда я узнала о снижении ставки по дальневосточной ипотеке, я долго не думала и уже подала заявку. И надеюсь, что уже к Новому году я заеду в собственную квартиру. По новой ставке кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в сельской местности. Главное – успеть подать заявку до 1 ноября. Мы рады поддержать молодые семьи и сделать ставку по дальневосточной ипотеке еще более доступной. Снижение ставки – хорошая возможность для тех, кто еще сомневался, прямо сейчас сделать ответственный шаг и приобрести квартиру на более выгодных условиях. Ознакомиться с условиями кредитования, оформить ипотеку по доступной ставке и выбрать жилье от аккредитованных застройщиков можно онлайн на domklik.ru. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, новости 21. Сталкиваемся с тем, что человек просто боится к нам прийти. Бояться не нужно. Тест на ВИЧ сдается анонимно, бесплатно. Вовремя выявленное заболевание можно контролировать. ВИЧ не приговор. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Реамаркет – актуальная и полезная информация. 7-10-65.
Шик, блеск, красота, эксклюзивно, позитивно. Новое поступление «Зима, осень», уютное, практичное, доступное. Для экономных дам всегда есть позиции с 50% скидкой. Куртки, шубы и шапки, летний ассортимент. Магазин «Легенда», улица Шолом Алейхима, 22. На крупное кондитерское производство требуются сотрудники. Ученик тестомеса – зарплата от 25 тысяч рублей. Ученик формовщика – зарплата от 30 тысяч рублей. Оператор на линию – зарплата от 30 тысяч рублей. Собеседование проводится в будние дни по адресу Пионерская, 62, корпус 3, с 11 до 12 часов. Телефон 8-964-827-1714. Фирма «Спринт» осуществляет ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков, ремонт и модернизацию компьютеров. Скупаем неисправные телефоны, планшеты, ноутбуки. Заправка картриджей струйные от 50 рублей, лазерные от 300 рублей. Каждая шестая заправка бесплатна. Улица Шолом Алейхима, 37, телефон 239-69. Для работы в новых супермаркетах поселка Волочаевка и села Амурзет набирается штат сотрудников. Организуется обучение. Обращаться по телефону 8-42-622-38-302. Здравствуйте, с новостями бизнеса Вячеслав Посмотрим. Зима, холод и авитаминоз не страшны, когда рядом фрукты и ягоды со всего мира. Магазин «Зеленая лавка» – это сокровищница полезных микроэлементов, кладезь витаминов, так необходимых в промозглое демисезонье. Сладкие яблочки, сочные груши, ароматная манго, а еще мандарины, ананасы и различные сорта винограда. На полках «Зеленой лавки» чего только нет. Все для полезных салатов, для приготовления натуральных блюд. Целый стеллаж с разнообразными пряностями, а огромный выбор орехов, богатых ценными питательными веществами. Вас ждут восточные сладости, сухофрукты и даже соленья. «Зеленая лавка» – это сезонные овощи, фрукты и ягоды круглый год. «Зеленая лавка», Димитрова, 18. В воздухе вот-вот закружатся белые хлопья первого снега, и если вы еще не готовы к новым морозам, скорее спешите на выставку-продажу «Зимняя сказка». До 17 октября у биробиджанских красавиц есть прекрасный шанс выбрать шубку, о которой они давно мечтали. В теплой обновке нипочем холодные дальневосточные зимы, да и на душе как-то теплее. Норка, мутон, енот, лиса, а также дубленки, пальто, класса люкс и головные уборы. «Зимняя сказка» приглашает истинных ценителей тепла натурального мира в фойе областной филармонии. Сейчас действуют грандиозные скидки до 50% в зависимости от фирмы-производителя. Также любое изделие можно оформить в кредит либо рассрочку без первоначального взноса. Сейчас действует просто шикарное предложение. Полноценную норковую шубу с капюшоном можно приобрести от 69 тысяч рублей, мутоновую шубу от 15 тысяч рублей. И это далеко не все горячие предложения от «Зимней сказки». Чтобы быть в курсе всех меховых новинок, необходимо прийти лично на выставку-продажу «Зимняя сказка». Все шубы отечественного производства с гарантией, товар сертифицирован, чипирован и полностью соответствует всем требованиям госконтроля. Роскошным женщинам роскошные меха. Меха от «Зимней сказки». Каждый день после работы мы выходим на улицу и видим радостные, беззаботные лица. Мы видим вас, которые перестают носить маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которые наши коллеги продолжают бороться и днем, и ночью. Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники, и без вашей помощи нам не справиться. У нас с вами есть реальная возможность спасти жизни близких людей. Наши ученые дали нам такой шанс. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации. Стоит ли делать прививку? Да. 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 Конечно, да. Наш инстаграм reabir.ru.
Компания по изготовлению упаковки открывает новое направление и приглашает на работу директора отдела продаж. Заработная плата, премии от продаж и за выполнение плана продаж. Ведущего менеджера по продажам, заработная плата и премии от продаж. Работа без выезда. Заведующего складом. Операторов цеха по производству упаковки. Автомехаников, упаковщиц производственного цеха. Грузчика, сторож, вахтер. Машинистов, кочегаров, водогрейных котлов. Достойные заработные платы. Полный рабочий день. Телефон 48-104. АО «Биробиджан Облгаз» приглашает на работу экономиста с опытом работы по расчету тарифов. Заработная плата от 45 тысяч рублей. Экономиста – заработная плата от 25 тысяч рублей. Инженера ПТО – заработная плата от 25 тысяч рублей. Слесарь эксплуатационно-ремонтной газовой службы – заработная плата от 25 тысяч рублей. Бухгалтер – заработная плата от 25 тысяч рублей. Обращаться по телефонам 40726. Первоклассный, элитный, совершенный – это он, Оскар и Ажур. Новое поступление эксклюзивных пуховиков, большой выбор зимней и демисезонной одежды. Беспроцентная рассрочка платежа «Оскар и Ажур». Традиции одеваться лучше. Торговый центр «Манго», второй этаж. Рассрочка предоставляется банком «УТП». Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем. Вот, посмотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Модная женская, мужская одежда и обувь производства Турция. Богатый выбор стильной верхней одежды. Ждем вас в магазинах «Оскар» и «Ажур» по адресу Биробиджан, улица Шолом Алейхема, 4А, торговый центр «Манго», второй этаж. Сделай себе вкусный кофе всего за минуту и всего за 100 рублей. Сеть кофеен самообслуживания «Бира Кофе Селф». Только натуральный зерновой кофе. Сахар или сироп бесплатно. А для наших маленьких гурманов горячий шоколад. «Бира Кофе Селф». Ты самый лучший бариста. Землеустроительное предприятие «Гелиос» предлагает качественное и своевременное выполнение геодезических и землеустроительных работ, межевание земельных участков, изготовление технических планов и паспортов, проектные работы, все виды инженерных изысканий. «Гелиос», проспект 60-летия СССР, 3. Экономить время на покупках очень просто. Приходите в торговый дом «Славянка». Посуда, сковородки, ковры, детская мебель, игрушки и многое другое. Любые полезные мелочи для дома и не только. Торговый дом «Славянка», проспект 60-летия СССР, 11. Сеть круглосуточных продуктовых магазинов «Бум». Все от круп и полуфабрикатов до напитков и хозтоваров в шаговой доступности от вашего дома. А еще свежая выпечка и постоянные акции. «Бум» всегда рядом. «Бум» – доступные цены по всей ЯО. На улице осень, прохлада, а дома тепло и уют. Ведь «Окна Роста» – это то, что надо. Заказывай окна и балконы тут. «Окна Роста», Комсомольская, 16Б, телефон 2-00-80. Ювелир Алексей Фефелов. Изготовление, ремонт и скупка ювелирных изделий. Теперь на Дзержинского, 6, в торговом центре «Куб». Новый адрес. Проверенное качество услуг. Ювелир Алексей Фефелов. Телефон 8-914-810-14-18. В путевую машинную станцию номер 74 требуется монтер пути, машинист железнодорожно-строительных машин, образование не менее 9 классов, опыт работы не обязателен. Также требуется водитель автомобиля, водитель багрузчика, составитель поездов, электрогазосварщик. Заработная плата от 50 тысяч рублей, полный соцпакет. Обращаться по телефону 8-924-206-32-40 и 8-924-206-29-55. Те, кто говорят, что в Биробиджане нет места, чтобы провести вечер, просто никогда не искали. Приходите в «Бурекос» с семьей, коллегами или друзьями. Приходите в «Бурекос», оставайтесь допоздна. «Бурекос» на Пионерской, 78А.
16 видов квадратной пиццы и бомбические наггетсы с домашним соусом в кафе «Гости». Сочные бургеры, молочные коктейли и ароматные чаи с кусочками фруктов ждут всех. Приходите в гости всей семьей и приводите друзей на Пионерскую, 92. Компания «Пекарь» – это всегда свежие хлебобулочные изделия, созданные по старорусским рецептам с использованием только натуральных продуктов. А еще печенье, пирожные и торты на заказ. «Пекарь» – рай для сладкоежек. Спрашивайте в магазинах сети «Бум». В политехнический техникум требуется водитель категории «Д», повар, кухонные работники. Телефон 8-924-159-50-82. Отпразднуйте свадьбу с национальным колоритом в ресторане «Симха Кашер». Просторный зал на 100 гостей. Настоящие кошерные блюда на Дальнем Востоке готовят только здесь. Только в «Симха Кашер» молодой паре подарят съемку видеоклипа. «Симха Кашер», Ленина, 17. Корма для птиц, свиней, кроликов, крупного рогатого скота оптом и в розницу на Кубанской 3. Всегда в продаже пшеница, овес, ячмень, кукуруза. Собственное производство комбикормов и размолов. Возможна доставка в районы области. Склад кормов на Кубанской 3. Корма для скота с запасом бери. Аптека Grand Farm. Сумки в роддом для будущих мам. Витамины производства США. Уходовая косметика производства Франции. А главное, скидка 7% каждое воскресенье и возможность бронирования через Instagram. Аптека Grand Farm. Горького, 20. Автоцентр «Мотор» – это запчасти, замена масел и ремонт вашего автомобиля. Копи бонусы и оплачивай ими покупки. Записывайся сейчас на сайте motor79.ru. Приезжай в «Мотор» на текстильную 1А. Бутик «Холст» поможет раскрыть вашу индивидуальность и создать неповторимый образ. Уникальные коллекции одежды из натуральных тканей отличного качества от 40 до 54 размера. Бутик «Холст», Комсомольская, 2. Окна, теплые балконы, шкафы-купе, кухни и ремонты под ключ – это компания «Светлый дом». Внимание! Закажи окна, балкон или потолок до конца декабря 2021 года и получи скидку 30%. «Светлый дом», улица Фабричная, 5. Приходи и зажигай в фитнес-центре «Вертикаль». Уникальные программы для вас и ваших детей. Функциональные тренировки для здоровья, детская аэро-йога и яркая танцевальная фитнес-программа «Зумба». Всей семьей «Вертикаль» на Комсомольской, 10. Более 100 моделей межкомнатных, входных, противопожарных и совершенно нестандартных по размеру дверей в магазине «Ода Стиль». Итальянская эмаль, любой цвет и фасон. «Ода Стиль», Пионерская, 75. Звони и заказывай. 73-700. Для работы вахтовым методом в Амурской области срочно требуются водители самосвалов. Вахта. График работы 2 через 1 месяц. Заработная плата 90 тысяч рублей. Официальное трудоустройство. Контактный телефон 8-914-813-9502. Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на Школьной, 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай. 222-89 и 8-914-815-96-78. Упакуй свой бизнес с офисом 79. Визитки, листовки, наклейки с контурной резкой. Подарочные сертификаты. Принимаем заказы на календари 2022 года и другую сувенирную продукцию. Офис 79. На Комсомольской, 21. Первая в Биробиджане сеть профессиональных хот-договых «Крафт Хот Дог». Множество умопомрачительных хот-догов, а еще завертоны, картошка фри, горячие напитки. «Крафт Хот Дог» возле Виадука, около автовокзала и на Советской, 68. Творческая мастерская «Пэтчворк» приглашает на занятия рукоделием детей и взрослых. Мы научим вас создавать изделия из обычных лоскутков. «Пэтчворк» – незабываемый подарок с теплом ваших рук. Пионерская, 53А. Компания «Технопласт» – ваш проверенный консультант по ремонту. «Технопласт» – это производство и реализация панелей ПВХ, подоконники, откосы, метизы, экраны под ванну, кухонные фартуки и отделочные материалы. Нужно качество? Отправляйтесь в «Технопласт» на Брянскую, 3. Одежда для уверенных в себе женщин в салоне «Елена». Туники, платья, блузы, брюки, юбки от 48 до 72 размера. А еще скидки на предыдущие коллекции до 80%. «Елена», улица Октябрьская, 5А. Эта экскурсия прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнете задыхаться, этот прибор покажет, сколько осталось от ваших легких. А это ИВЛ, он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится. А справитесь ли вы? Это реанимация. Последнее место, откуда есть шанс вернуться домой. А это самый тихий коридор в больнице. Здесь может закончиться ваша экскурсия. Не платите за нее жизнью, вакцинируйтесь. Thank you.
Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область, каждый дом, каждая семья.